Слушай, ну у меня такой достаточно интересный путь, то есть я же работал поваром, да, потом шеф-поваром, потом вдруг там стал там директором, да, там я совладелец нескольких заведений, и мне интересно заряжаться от людей. Ну то есть мне интересно так, чтобы они шли, у себя это делали, и у них получалось, да, и я знал, что я к этому причастен. То есть я там пытаюсь подарить такую частичку правильного заряда каждому из них. И чем, собственно, и наша компания отличается от всех, что мы, помимо там обычных инструментов, мы даем еще, ну, такой заряд. Прям заряд такой, там, вдохновение я это называю. Что это, конечно, ну, там, послушав, посмотрев ролик на YouTube, ты вообще ничего не поймешь. Потому что надо присутствовать, тогда ты понимаешь вот атмосферу, да, что есть определенный прям кайф от того, что... У меня есть определенный кайф от того, что я рассказываю. А ребята это чувствуют, я знаю, что они придут и поменяются.